Здорово, друзья, здорово, благодарю ваш наступающим с Новым годом! Воу! Просто пушка! Просто пушка! Пушка! Так, у вас сегодня Т-34! Просто Т-34! Давайте мы посмотрим, какие у нас позиции. И, блин, ну не только позиции, давайте посмотрим, на что он способен и как может все это делать и убивать. Давайте, поехали, кашу. Готовьте чаевки и погнали, блин, откуда-то я ее посмотрел, услышал. Ладно, забейте, мы не детские, да? Мы не детские. Так, первый урон, конечно, получат и 6. На нахер! Просто на нахер! Так, и 5 выкатываться тоже требует, ну, что вам сказать? Ну, Т-34-то нормальный, между прочим, УВН, и башенька-то крепкая, лючок, я в лючки, и сколько раз его пробовал в лючки пробить, никак не удается, никак, и голдой, не голдой, блин, просто лючки, походу, очень там маленькая, синяя, пиксельная, там, у него там можно пробить, но это очень кипит, может, на 10-м, даже если наравне 8-м, да, я пробовал на гусе пробить Т-34, ну чё просто, вот Т-34, охеренный, так. Т-30, не знаю, что там он задумался, а бабе, наверное. Просто поехал вперед. Так, Т-30 получает лишь одну плюшечку, и ты тем временем стоит на каточек, чтобы ни хера никуда не уехал. Блин, самое идеальное место для Т-34 вот это. Просто и вот это, нахер. Стоит от башеньки, просто накатывает. Так, а между прочим, куда-то там... Не, в каточек, походу, в каточек, передний, правый каточек, с правительством. Так, эти трое психанули, сказали, ну нахер, и в догонку присылают еще, блин, из пяти. Так, Борчатский, что он показал себя, ну, что он там есть, ну, что-то вообще слабо. В принципе, очень-очень даже слабо. Если был бы постоянно там накидывал, так, блендер кинет, нет. Ну да, ну, видно, чувак профессионал, просто знает свое дело. Так, его взводы там АМХ-52, чёт, да. Минус взводный. Ну да, против двоих ты нихера не сделаешь. Так, этого гипота там убирают, тут следующий, походу, этот ИС-6. А нет, ИС-6, ИС-5. О, там даже СТ-шечка есть. Ну, ух ты. Вот это, да. Да, пробить у него охерен, Т-34. Тем временем уже Т-400. Не, красавчик, просто красавчик. У военный ну, вот корпус картонный. Корпус очень картонный. Ну, от башни, вот если от башни встает, это охеренный пик-пик. Так, ну все, это тут 100% победа. 100% победа. Тут ничего, ни туда, ни сюда. Все просто в сказке. Борчатский там не спал, упадет сейчас. И, ну там, я не знаю, ему дадут, не дадут урон. Лучше всего он фугасом выстрелил. Ой-ой-ой-ой, вот. Ух! С поджогом просто в лицо. Ну, блин. Ну, может, еще один выстрел? А нет, не дали. 4000 урона. 4000 урона. Просто красавец. Просто красавелла. Нет, Т-34 он такой, башня у него крепкая, и, блин, пробитие хорошее. 4600, просто 4600, красавчик. Основной калибр, да, просто. Давай команду посмотрим, команда. Потустава что-то вообще странно сыграла. Вот тут пустушка-то два раза выстрела, гусь два, или там три. Вот, взводный. Одну кассету выложил, просто им все. Потустава 2500, это как раз имбаха и оро британская. Ну, хорош, давайте по профилю так. Ну, профиль, чё? Ну, это твин, потому что 34 прием, короче, создал аккаунт, купил Т-34 и это твин. Ну, чё могу сказать? Не, чувак умеет, да, чё могу сказать? А танки там хороший, только, знаешь, от башни. Если ты вот этот корпус спрятал, выкатываешь, у него военный есть, пробитие между прочим, охеренный, разве урон? Ладно, друзья, всем удачи, всем пока, наступающим Новым годом, все счастливо всем, кому понравится, кому никому понравится, ставьте лайки, просто лайки ставьте и все, без памяти просто, как говорится, сделайте мне праздник, ставьте лайки, вот, пишите свое мнение в комментариях, всем пока и удачи, бай-бай.